Всем привет, очередная посылка. Это съемник. Вот так он выглядит. Ну, сделано на внешний вид неплохо. Сейчас опробуем в деле. Состоит этот съемник из двух частей. Сталь, конечно, сыромятина, но и пользоваться им часто не приходится. Перед применением эту резьбу желательно смазать маслом. Сначала вставляем эту часть. Опа. Открутили. И закручиваем. Так. И начинаем потихоньку выпрессовывать. Резко не надо. Вот, у нас она легко пошла. Ну вот такой съемник. Мне понравился. Всем советую. Всем счастливо, подписывайтесь на канал и удачных покупок!